служитель церкви в камеру вошел, где двое осужденных смерти ждали. Переступив порог, он дух свой перевел, исполненный и страха, и печали. Он мысленно подыскивал слова для утешения их и ободрения, и у него кружилась голова. Но что же он увидел в изумлении? На лампе керосиновой в углу они беспечно чайник кипятили, хоть смерти тень лежала на полу. Они, пока жилося, жить решили. О, человек, над пропастью идя, ты можешь пасть в нее ежеминутно, но все же, как беспечное дитя, ты рвешь цветы над краем бездны мутной. Ведь только жизнь меж смертью и тобой. Но что на свете хрупче жизни, странник? А ты, чтоб смерть не видеть пред собой в ее тени, на лампе греешь чайник. Не лучше ли Богу жизнь свою вручить, чтоб истинный покой твоим стал хлебом, и в радости ты мог бы чай свой пить в сознании, что смерть лишь дверью в небо.